Мама, я таки женюсь. Женись, Изя, кто тебе не дает? Никто! Это трогательная история о том, как маленький крот, проснувшись и выглянув из своей норки, обнаруживает у себя на голове теплую шапку. Пытаясь выяснить, кто на... Внимание! Демоническая угроза 5-го уровня в центральной лаборатории. Я открываю портал. Нас. Ты всего лишь жалкий узурпатор.
ты ложный идол. Наконец-то я вижу истину. Я и тебе раскрою глаза, палач. Внимание всему персоналу комитета. Альтернативно живые проникли в здание. Рекомендуется эвакуация.
The priests command the armies to the north and south, but he controls the fight. The Slayer's time is now.